Я знаю, вы хотите меня выкинуть, но, ребят, давайте не будем наступать на одни и те же грабли. Вы кучу раз меня выкидывали, и это был не я. Я не виновен, меня подставили. Это банан, да, это банан. Это не я. Ну, Херейт, у нас есть одна проблема в каждой серии вот этого Among Us. Проблема такая. Банан всегда убийца. Но, учитывая вот это, ты, Херейт, всегда виновен. Банан-убийца, ты виновен. И неважно, убийца ты или нет, ты же всегда виновен. Это твоя судьба, Херейт. Так что смирись хотя бы с этим. А чё банан? Если он убийца, то почему виновен я? Это где логика? Алё? Банан, где логика, когда ты убийца, виноват, Херейт? Где логика? Так, с бананом в этой серии не разговаривать. И когда будет голосование, банану слова не давать. Просто запомните, банан сегодня глухонемой. А Херейт всегда виноват, Херейт, да не спорь, Херейт всегда виноват, всё. Нет, это ложная провокация, нет. Вот сейчас мы узнаем, кто виноват, а кто нет. За борт пока его не выбрасываем, чуть позже. А сейчас начинаем игру. Ну я же говорю то, что банан всегда убийца. Это как мне сейчас повезло. Это, я ни разу не был убийцей сразу же, вот изначально, сразу же в первом раунде. Да никогда такого не было. Сейчас, если кто-то зайдет в эту комнату, вот вдруг, я сразу закрою двери, вот моментально сразу закрою двери и кокну его. Поэтому осталось дождаться, чтобы кто-то сюда забежал. Ай, как плохо, как плохо. Я-то думал то, что... Так подождите! Так банан же тоже убийца, я-то думаю, что за фигня? Ой, тут кто-то в комнате тоже есть. Это Амочка там. Так, ладно, нет, вот здесь мы палиться не будем, здесь вылезать не будем. Амочка нас сразу же спалит. А здесь у нас Чпунь бегает. Здесь я вылезти... Ага. Пока не нашла труп, но это не Чпунь и не Костя с Лерой. Они со мной все время ходили вместе. Я сбежал с верхнего верха. Я посмотрел налево. Все! Все! Я тебе сказал, чтоб ты банану слова сегодня не давайте! Я в душе не чаю, честно, кто где кого и кокнул. Я за всю игру никого даже не видел толком. Только банана, который пробегал вроде мимо реактора. Вот, двигателя вот этого. Все. Ну, тогда пропускаем. Давайте. Да, не повезло мне на самом деле оказаться в одной команде с бананом. Банан последние две серии вообще какой-то странный получается, честное слово. Так, куда мне нужно бежать? Надо бежать, выполнять задание. Банан завис, походу. Вот помощник мой убийца. Банан, ага. Можно подождать, пока кто-то забежит в эту комнату, выключить свет и кого-то за рупососить. За вот это, через камеры за мной вроде никто не наблюдает, потому что я уже выучил то, что когда камера светится красным светом, только тогда ее кто-то использует. Так, это у нас получается Отомчик, который бежит сюда. Я закрываю дверь и... И сразу в люк и пердохаем куда-то. Куда-то вот сюда. Ага, все так. Я нашла труп Отомчика, где щиты. Там была закрыта дверь. В первую очередь, а чё Мия каждый раз находит трупы? Подожди, она сказала, она нашла труп там, где была закрыта дверь. Значит, ты была в одной комнате с тем, кого убили. Дверь открылась, и я зашла в комнату. Со мной всё время... Не, подожди, ты только что сказала, ты нашла труп, где была закрыта дверь. О, дверь открылась. Так ты ее закрыла, и потом она открылась. Брат, я тебе отвечаю, это не Мия. Она бы меня кокнула уже. Ну,
Ну, Костя, я почему-то верю пока что, поэтому я не знаю. А кто хоть туда забегал до этого или выбегал? Это Лера может быть, понимаешь? Лера всех подряд убивает, понимаешь? Ну, в предыдущей серии Лера 3 раза убийцей была. Я бы на вашем месте задумался, но ладно, я пока пропускаю, давайте. Оппонента в этой игре хоть кого-то убьет или не убьет? Опа! Выполняем задание, а то потом подписчики в комментариях пишут то, что убийцы задания почему-то выполнять не могут. Могут, типа они, ну, выполняют, но они прикидываются то, что они его выполняют. Так, Костя, уйди ты отсюда, что ты ходишь за мной туда-сюда и дрить ты колотить. У меня тут заданий полно, которые надо выполнить. Так, это вот сюда, о, господи. Костичка за мной шпионит там сзади. Ну ничего, ничего, ничего. Я прикинусь то, что я задание выполняю и свалю отсюда. Да что ж ты там будешь? Ну, вот сейчас я никого не кокнул. Я знаю, кто это. Это наш любимый алкашик по имени Бананчик. Женя! Я его ни разу не видел. Ни разу. Никто его ни разу не видел. Все, всех еле вижу. Это первое. А второе? От меня бегает почему-то. Это подожди, Костя, я его видел только один раз в начале серии. Но подожди, я тоже никого не видел. А, не, я тебя, Костя, видел. Ладно, забираю свои слова обратно. Продолжай свою теорию давай. Смотри, еще, возможно, он тебя специально не убивал, чтобы ты мог его прикрывать. Никто не думал, что это как раз он. Это и не Амочка, и не Чпуньк, и не Костя с Дашей. Мы ходим все время вместе. А вот Банан, мы его ни разу вообще не видели, сколько мы ходим вместе. Мне кажется, это Банан все-таки. Я вас поздравляю, конечно. Но не надо бегать от меня, тогда я буду с вами ходить. Чего? Я голосовать не могу, я случайно чат очистил. Ладно, кокаем Банана, молитесь, чтобы это был он. Бедный Банан, ядрить ты колотить, Банана кокнули. А как его кокнули-то? Тревога, Банан. Господи, реально, Банана кокнули, я сейчас остался один, последний. А как мне выжить-то среди этого всего, а? И как мне всех запердокать? Это тоже очень хороший вопрос. Ну зайдите кто-то в эту комнату уже, зайдите. Осталось чуть-чуть времени. Это что сейчас было? Это вы не смогли просто кислород починить. Брат, я тебе верил, ты меня предал. Банан все время нам двери закрывал, вот мы и опоздали. Подожди. Банан кокнулся. И ты мне помог сейчас выиграть? То есть вот эти уже умершие предатели, они могут продолжать закрывать дверь. Если бы не Банан, мы бы сейчас не выиграли. Вы понимаете, насколько Банан профессиональный предатель? Он трупом победил всю игру, а я даже ничего не сделал. Ой, ты еще бутылку... Ой, закончились. Он не профессиональный убийца, он профессиональный алкаш. Второй раунд! Погнали! Вот сейчас я ничего не понял. Я опять убийца. Второй раунд подряд. Только сейчас с Хрейдом. Я говорю, Хрейд всегда и Банан всегда. Два самых больших убийцы. Ну и я, получается, тоже. Но об этом никому не говори. Так, аккуратно. Фиг его знает, кто убийца на самом деле. Я в душе не чаю, что они от меня хотят, честное слово, но давайте я им в ответ помашу, типа, привет, пока, ла-ла-ла-ла-ла, да, все, пойдемте выполнять задание Дуримонды Петровны. А кто это там у нас стоит? Оранжевый, и рядом вроде никого нет. Но, в принципе, здесь как бы и люка нет, поэтому в любом случае я бы не смог ее кокнуть, да что ж я так-то лоханулся? Бежим. Ага, банан, давайте, побежали. Ой, бананчик, здравствуйте, мордаствуйте. И прячемся в люк, давайте быстро трупак. И сваливаем, да, куда свалить? Давайте вот здесь. Все, свалили, бежим такие. Опа, задание здесь, задание там, задание... Да ядрить ты колотить, но я вроде не спалился.
Это Херей. Потому что я когда смотрел камеры, он такой, вроде бы он помахал мне в камеру, типа, и потом я не мог наблюдать, потому что комс даун был. И потом кого-то убили. Значит, это Херей. Подожди, в чем прикол? Он помахал мне в камеру. Тебе в камеру. Я каждый раз, когда смотрю через камеру, мне каждый раз кто-то машет туда. Вот именно. Я все понимаю хорошо, намекаю. Хоть Херей всегда виноват, но давай тут уже логически размышлять. Это просто может быть банальное совпадение. Я считаю то, что Костя какие-то сказки на ходу придумывает, поэтому я пока пропускаю. Вы голосуйте за кого хотите. Давайте. Костя. Ага. Вам хана, ребята. Пока отлично справляемся со всеми задачами. Выполняем задание, меня видит картошка, это замечательно. И картошка сейчас, наверное, будет думать, то, что я не убийца. Если бы Атомчик не зашел в одну комнату с картошкой, я бы картошку кокнул уже бы давным-давно. Кстати, я могу выключить свет. Ага, Атомчик побежал сюда-обратно отремонтировать свет. Здесь закрываем двери, ага. Закрываем двери и типа восстанавливаем свет. Ага. Ага, ага, кто-то двери закрыл передо мной, И это был не я. Господи, как все сложно. Они бегают все вместе. Если бы они хотя бы рассредоточились бы на какое-то время, я бы их давным-давно бы уже кокнул. Атомчик убежал вот туда, Амочка забежала вот сюда. Я закрываю двери, кокаю Амочку. Бегу быстро, главное успеть в люк. Шандарахаю с люк, переключаюсь куда-то в другое место. Вылезу сейчас где-то вот здесь. Атомчик, Херейд в одном месте, вылезаем вот здесь. И потопали. Так, Херейд здесь, ага. Да, что ж ты будешь делать? Это Херейд, я уверен на 100%. Доказательства можно мне, пожалуйста? Ну просто ты Херейд, вот и все. Ну ты смотри, давай под... Продолжай. Давай поддадим это здравому смыслу. Я несколько раз пробегал рядом с Амочкой, рядом с Эдом, рядом с Атомчиком. И все они живы. Подождите, что я могу сказать? Я зашел в одну комнату с Херейдом, и возле нас был Атомчик. Атомчик, ты подтверди то, что ты был в щитах с Херейдом буквально за несколько секунд до того, как созвали нас всех здесь. Подтверди. Да, это правда. Ну, так если это правда, то что мы втроем там были, и Атомчик пробегал, я пробежал мимо них, так может бы Атомчик тогда бы кокнулся? Значит, я понял, кто это. Это Даша. Это Даша. Она очень скрытная, я знаю, как она играет. Потому что, смотри, мы с ней были в одной комнате, и по сути, если судить правильно, что она импостер, она бы убила меня. Но она думала, что я ее буду прикрывать. Да-да-да-да-да. Возможно, это конечно возможно, но я пока пропускаю, потому что я не знаю. В следующий раз я выкину нафиг Херейда, потому что он подозрительный. Сам по себе Херейд, ты как бы вот это, не обижайся. Туда побежала Мия. Сейчас мы выключим свет и попробуем запердохать именно ее. Так, свет мы выключили, это замечательно. Так, ай, дверь закрываем, Костечку рубасосим и... Костя просто слишком много разговаривает. Прям слишком много Костя разговаривает. Так, здесь делаем вид, что мы выполняем задание. Это, что ж ты-то будешь делать? Ну, мы, короче, увидели закрытую дверь, она открылась, и я, Фиолетовый, и еще кто-то забежали, и там был труп. Это Херейд, потому что, смотрите, в чем прикол. Вот Костя, он гонит на Херейда. Короче, Херейд обиделся, убил Костю, чтобы тот больше не базарил на него. Да это тупая логика, тогда почему я забежал в закрытую комнату только тогда, когда открылась вместе с картошкой? Картошка подтвердит то, что я забежал только вместе с ней. Подождите, я был в реакторе, это, конечно, никто не подтвердит, но я выполнял там задание, это раз. Перед этим я видел, как Мия побежала в сторону нижнего двигателя и побежала в сторону, я не знаю, куда ты дальше побежала, наверное, в электричество. После этого я уже никого не видел. За всю игру, сейчас я скажу, я Атомчика один раз видел в предыдущем раунде. И что самое главное, подожди, самое странное, то что Костя в предыдущем раунде гнал на Херейда и на картошку. И после этого Костя кокнулся почему-то картошка. Не улавливаешь суть такую логику небольшую? Нет? Ну ладно. Тогда я пока пропущу этот раунд.
Хрей, это прям... Ты аккуратно, 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 аккуратно. Надо как-то вот так сделать. О, реактор! Побежали чинить реактор! Двери сейчас тоже закроем. Побежали, Хрей. Чинить реактор. Кто за нами там бежит? Бежит Мия и все остальные. Давайте. Чиним реактор, Хрей. Типа это не мы. Давай идем вот туда. Давай нажимаем. Реактор починили. Молодцы. Сваливаем отсюда. Так, Хрейд пошел кокать картошку, скорее всего. Я кокну Мию на всякий случай. Вот так вот. И вот выключим здесь свет. Выключим пока здесь свет. Такие, ага, выключили свет. Побежали вот сюда. И будем здесь кого-то ждать. Так, побежали. Есть у кого-то что сказать на нашу с Хрейдом совместную самую лучшую игру за предателей во всем мире, а? Это банан. У меня есть оправдание. Какое? Он еще и закусывать начал. Вы слышите, как он точит что-то? Банан, это последний раз, когда ты с нами ролик записываешь, честное слово.